что-нибудь да забуду. Так. Вот так вот. Во. Посмотри О, там. так, стрим пошел. Меня тебя слышно? Да, слышно. Сейчас должно быть музон слышно. Есть. Окей. Скоро там и дед подтянется. Так. О, скачивание карты пошло. Да-да-да. Ох уж это ТСЕ. Ох уж это факторка. ТСЕ. Это он так карты раздувает. Ну, карты-то он раздувает, а скорость скачивания это от самой факторки-то. Хотя... Там не только сама факторка в этом виновата, там еще наша псевдолокалка виновата. Привет, дед. Пришел. Ну, кстати, вот сейчас она побыстрее качает. Вот, 700-800 килобайт в секунду. Что не может не радовать. О, обче-то. Еще хотя бы хорошо то, что я заметил, что если на паузе, то потом нету второй докачки на синхронизацию, которая может даже больше быть, чем основная. Если вообще нет, не все идет. Так, ну я загрузился. Ой-ой, нас музон встречает. А теперь внимание. В чертежах этой игры есть АЭС. Тебе нужно подготовить для нее рез. Ой-ой-ой. Блин. Я бы рассмотреть так поближе. Не получится, да? Так там просто по списку рез. Иди и все. Ой, дед траванулся, как так? Ну, выздоравливай, что сказать. Да, нехорошо. Так, вот это, наверное, лучше все-таки рубануть. Где? Нужны баллы канала, чтобы можно было заказ этого. Чего? Включение аппарата музыкального. Блин. Байт на дельту, да? Ну, не на дельту в нашем случае. А, ну, да. Просто уже. Хотя, кто ж тебя знает? Так. Так, ну, разберем. Это вообще нафиг сразу. Кстати. Кстати. Так. А, ну, в принципе, можно вот так. Но просто вот эту железку можно будет перенести. Да. Пум-пум-пум. Сейчас я тут сделаю место, куда буду складывать все нужное, не очень. Для... Нет, ну понятное дело, что все равно, прежде чем оно будет, надо еще кого освоить.
потому что у нас... Ну да. Не прокормим. Ну, в любом случае, надо уже... Там, кстати, еще особенность реактора в чем? Это просто уран-ожог. То есть там... Единственная логика — это... пополнение... О, что тут за вода? Включенная. Куда труба-то шла? Привет, Брисо. Так. О, народ подтягивается. Да-да. Ой, как обычно, да, железа нету. Ты. Так. Тут моя мелочь ходит, бродит. Ну, не моя, а типа, семейная. Дети, короче. Ральф Перса в честь Ральф Перса. Заманчивое предложение. Какой у тебя пес милый. Согласен, он красивый. Я не удивлюсь, если ты писал в Twitch, чтобы они добавили смайлик Ральберза только ради твоего песика. Так. Ага. Не, мы Ральберза не сейчас будем делать. Это пока так. Ой-ой-ой. Или это... А, это у тебя там? Не, это уже там где-то. Так, ты минут 14 или часов 14? Минут. А-а-а. Правда классно? Очень. Далее кто? Что хорошо в схеме реактора, которую я сделал? Единственное хорошее в мире. Это то, что он сам себе электричеством снабжает с помощью одной независимой турбины. Mm-hmm. На подсосе. Привет, Микро. Ну, не совсем ночной, но вечерний. А, я название изменил с ночного, да. Сейчас исправимся. Там тебя, походу, сейчас будут Брисо уговаривать, что делать. Почему не слышно? Кого не слышно? Нас говорит, не слышно. Да вроде нас слышно. Ну как минимум ОБС говорит то, что нас слышно. Далек тоже сказал. А. Попробуй звуки Дискорда тогда погромче сделал. Говорят, вот тебя слышно. А ну скажи что-нибудь. Чё-нибудь. Как? Нормально его? Ум-пу-рум-пу-рум. Так. Пойдёт. Так, шо тут нафудили-то? Во.
Вот так вот сойдет. Так. Так. Ага. Я думаю, где будет шмот для реактора, ты поймешь. Чего? Где будет шмот для реактора, ты поймешь, я думаю. Он будет на каменном полуострове, где переработка ядра. А, ну окей. Вот в этом сундуке смешение. Я правильно понял? Подожди, в каком? Ну, в сундуке с лампочками вокруг. Да-да-да. Так. А, кстати, сразу говорю, турбины можешь не прям вручную крафтить. А сколько их там-то надо? 400. Теплообменников тоже, да. 240. О, жалей. Ладно, разберемся. Зато 2,3 гигаватта. Я думаю, мы за 14 минут все равно не успеем реактор построить. Не изучить все это. О, ракетка. Где? Вот. Нужно 800. Что там еще надо? Ладно. Так, тоже, в принципе, нормально. 64 помпы. Шестнадцать реакторов. Мощно, ничего не сказать. Всего лишь 2,3 гигаватта.
А это уже у нас. Чё они тут? А я ничего не сделаю. Так, ну понятно дело, я лечу. Так. Ну что? Тяжело нормально у меня. Всего лишь, да. Сделаю-ка я себе персональную лазерку. Хоть одну. И типа 5 лазеров. Они припёрлись-то. Так, ну тут-то ладно. Пум-пу-ру-пу-ру. Откуда они так могли приползти-то? Приползли откуда-то, видимо. Не, я займусь радарами, только это сейчас не совсем приоритетно. Ну, понятное дело. По воде, ну, есть такая фигня, как мелководье. Довольно бесящая штука, модовая. Вот, но я вроде... Не, стоковая. Не, она, по-моему, модовая. Не. Ладно. Так вот, они могут, как по мелководью, вот так вот обходить забор. Тут ее нету ее вроде. Это очень висячая штука, но я вроде везде ее устранил. По идее. Вот тут не могут. Вот тут тоже. Стоковая. Окей. Так. Тут тоже. Ну тут они как бы не дошли бы. Странно, короче, странно. На всякий случай. Три минуты. А, смотри, 32 помпы, по-моему. А, 64. Сколько? А, помп. Да. 32 манипулятора. Зато я проверил, воды ей хватает, если стоять рядом с лужей. Вот прям вплотную. Я думаю, вот туда вот ее втыкать. Единственное, что нужно будет вот тут вот ЖД чуть-чуть вниз. Сдвинуть-то без проблем. Сдвинуть. Угу. Снаряд артиллерийский в инвентаре. На всякий пожарный. Вот, кстати, по поводу артиллерийского снаряда. Играю я в Римку. Ну и случается у пешки нервный срыв. И он идет на склад снарядов. Миномёт. А пешка пиротехник, да? Ой, пироман. Не, просто нервный срыв, который круши ломается.
А. В общем, 5 гранульных, 2 сотни фугасов, сотни зажигалок, ну и 20 ионников этого, ионных, это вообще ни о чем. А у меня тоже вопрос. Марзана. Кто там, чё? Это вообще где? Марзана. А. Это уже дома грызут. Крени. А, это Крени, твоя планета. Так, шо там? Знаешь, очень похоже на то, что метеорит попал в реактор. А. А реактор разогретый, но он не рванул. Как раз. Повезло, повезло. Не. Да-да-да, снаряд в обойму. Дед, надо добавить... Ой, дед. Брис, надо добавить, потому что это всего лишь цифры. Да. Причем как раз, когда ракеты... О, Навиус Орбит. Коронарный выброс плазмы. Какое все красное. Ой, лампоньки отрубились. Все отрубилось, кроме зонтика. Как так? Надеемся, что этот резак не пройдется по станции. Очень надеемся. А каких-то локальных... По кораблю. Каких-то локальных зонтиков не существует? Не, только вот такой вот большой. Как так? Ладно, продолжаем. Следующий на какой-то роли направлен. А мы таких не знаем. А, Гальминит. А через сколько он придет? 5 часов. Угу. Понятно. Так, там вызов. Заканчивайся. Он закончился. Не закончился. Пошел чинить? Я пошел жуков выносить эту с помощью лазерки персонально. Как видишь, справился. Ну да. Основные только под конец подрубились. О, а как крафтится, кстати, зонтик? Дорого. Достаточно. Ну, кстати, не особо. Интересная технология. Чисто теоретически, как бы это работало в жизни, этот зонтик? И зачем там нужна медь? Так много меди. Для электромагнитов. Мощных. Я бы даже сказал, мордоструйчивых. Ну, если мы изобрели нанотехнологии, у нас есть нанокатушки, да-да. Да, это будет соответствовать внешнему виду, как минимум. Ну да ладно. Так, сколько там надо труб подземных? Понял. Дофига. Зона загрязнения.
А ты готов ее увидеть? Ну, на самом деле, не так уж и много. Понятно. Да-да-да. А, водичка, наверное, не позеленела, знаете почему? Так. О, а где? Ну ладно. Трубы, много труб. А, я, конечно, все понимаю, а где железо? То есть? Да тут что-то это железо не привозят, сейчас мы разберемся. Наверное, потому что электричество рубануло. Не, оно просто не успевает грузиться, добываться. То же, потому что там электричество рубануло частично. И еще много всего сочного. Да, еще много всего надо поставить. Короче, железо чинить надо. А, еще, кстати, тут вот обрыв сети. Понял. Сейчас исправим. Даем. Понял, принял. Идем исправлять. Далик, тебе сколько лет? Сейчас. 20. Понимаю, так. А, вот, окей. А ты сомневаешься, Бриса? Ой, я туда прилетел. Вот и не сомневайся. На 15, на 5 меньше. О, липидричество вернулось. Это временно. Рано или поздно мы его сожрем окончательно. Да. Ничего, засрём эту планету, полетим на другую. Серьезно, Брис? Ох, шерстофакторка. Распаленное железо течет, внимание, по железным трубам. Да. Привет, Барси.
Я бы так и не сказал то, что у меня голос такой взрослый. Я первый раз попадали куда у лет 50, наверное. Да. Да ну вы задолбали. А, это у тебя спокойно. Я вообще-то уже тут. Да я знаю, я... ну, фраза приелась. А где конкретно? А. Нормально. Кстати, нет. Тут все живо. Это было где-то здесь. Ну, тут у нас тут подгрызает чуть-чуть. Может, у нас здесь. Короче, странно. Так. Верните электричество, пожалуйста. Спасибо. Привет, тиран огнеметов. Ну, пока такой необходимости нет. Не люблю я нефть на огнеметы переживет, если честно. Ну, еще фактор далеко, да. Да я сам что-то не особо хочу заморачиваться на огнемет. Предпочитаю просто ядерными фугасами все разбомбить нафиг. Взорвать. Да? Да. Так, ну железо в принципе тут. Ага. Не, можно, конечно, извратиться и нефть, ну, типа сжигать не нефть, а что-нибудь другое, и добывать это что-нибудь другое из угля. Но это слишком. Это же вообще неадекватно. Да. Так, что сюда пришел-то? А у нас камень все. О, камень все. По крайней мере, сюда он не идет. На камне этот радар все. Сейчас исправим. А, нет, идет, идет. Да, ну окей. Кстати, для тех, кто только подошел. Лично я занимаюсь вот этим. Можно и в два ряда, но опять же, пока не особо надо. Мы еще не везде поставили, как бы в один ряд полностью этот пакетники. А в два ряда там упирается в добычу.
Ну, как бы да. И, в принципе, у нас пока такого потребления нету. Потребление-то есть! Ну, да, но... Вообще, если вы считаете, что у вас много реса в повторке, это... временное заблуждение. Либо это не так, либо это ненадолго. Вот прям вообще ненадолго. Так, слово тут, о камне. Его как бы нету, но он как бы есть. Камень Шрёдингера. Вы где-нибудь такое еще видели, как не фактор? Чатик. Ой-ой-ой. Пожирают они потихоньку, конечно. Ну, в смысле, я учусь в школе. 10 класс. Направление физмата. Достаточно информации. Физмат, если что, физико-математический. Ага. Кстати, эти жуки уж... стартовые до сих пор стоят. Помнишь? Ну, кстати, да. Мы все хотели им построить этот домик, но уже как-то забили. Мне это 15 лет. Нашу Далик делал. Ты на самом деле сам там как-то ничего особенного в ней нет. Тупо в ряд выставил и все. Ну, дед, у меня, ну, во-первых, я... А сама компоновка там совершенно стандартная. Ой-ой-ой. Орёт оно, конечно, громко. Я за железом закинь так 235. Ага. Туда? Туда вроде. Так вот, я мысль свою не закончил. А, ну везде слышно. Ладно. Глобально. Сейчас да. Отмет. Бай оралку. Могу пока сделать вот так вот. Но при этом. Но при этом не слышно далеко. Все, заткнулось. Все, заткнулось, да. Ум-пурум-пурум. Блин. Так вот.
Я, получается, вообще пошел в школу на полгода раньше. 6,5. Ну, потому что у меня днюха зимой. Вот. Ну и, в принципе, все. Ну, еще то, что мне, да, днюха зимой. Через... месяца... 3, наверное. Мне лень читать. Так. А у меня получается почти ровно на полгода. Ну или ровно на полгода. Продолжим эпопею. С реакторами. Нормально, что сказать. Кстати, несмотря на то, что у нас был вообще во всей школе, а это на минуточку гимназии, был самый неуспевающий класс, прям вот совсем. На второй год за все 9 классов осталось всего 2 человека. На удивление. Было 26, вроде как. Вроде как. Ну там чуть-чуть по-другому это делится, но... Это сейчас про 9, не про 10. Okay. А что опять? Там она получается как делится. Класс-то один. Вот, типа, вот в девятом у нас было 26. В десятом 32 человека. Вот, десятый всего один на всю школу. Опять же, напоминаю, это гимназия. 1500 человек. Один десятый класс. Так вот. Ну, я имею в виду 1500 детей. Учащихся. Так вот. Там у нас получается один класс делится на 3 направления. Социально-гуманитарный, химики, химия-биология. Вот, там вот, ну там все девочки, на докторов, скорее всего. Хотя, на удивление, кто-то из них будет сдавать общество историю. Вот, ну, в принципе, классика. И физико-математический. Вот. Пром-пром-пром. Восемьсот труб. Так, а точно? Нет, это было кончилось. Так, да штрук надо учиться вот так вот. Не, ну там программу будут разделять. Если, ну, будут дети, которые будут, захотят
кто-то идти на Судзгум, кто-то на технарей. Вот, ну и при условии того, что будет достаточно человек. Понятное дело, никто не будет отделять одного ученика на одного учителя по физике, допустим, да? Это, бессмысленно. Нам еще грозились то, что человек мало наберется на физмат, то нас заставят в другую школу переться. Но в итоге 8 человек набралось. МСК. Ну там как получится вообще. А так часов. Сколько я тогда говорил? 7-8. Привет, размашников. Или как там твой ник правильно? Ну, примерно 8. А там может на час раньше, может на час позже. А школа? Ну, первая смена. 8 утра, здесь 2 дня. Да, 2 часа дня. Так. Ну. До 12. Утонул. Так. А это 806, надо еще вот так вот. И при этом ни одного конвейера. Прикольно. А ты живешь не по МСК времени, что ли? Да. Ну или как в случае далеко дронов. Две дрономанки. Ну, к сожалению, там уже не протянуть было. Не перестраивая все нафиг. Да, без проблем. Макароны, да, ну, да. Макароны, конечно, красиво и вкусно, но не всегда неуместны. Тут не макароны, тут что-то пострашнее уже. А если перевести якобы? Екатеринбург, по-моему, это. Наверное. Если я правильно помню, конечно. Ну, вообще, по идее, да. Можно и так перевести. Ну да.
Так, а чё у меня там? Рис. Ой, нет, стоп. Рис. Так. Так, две дрономанки и 100-500 ящиков. Ну, как вариант. Какие там сундуки нужны? А, понял, принял. Уже 8 часов. Ой, ну да, 8. Ну, у нас... Нет, ну, у Барсика. А-а-а. Я как раз хотел сказать, что у нас еще час 6. Ой-ой-ой. Да вроде нормально. А, это тебе. Это на вулканитовый. Ну да. А это уже у нас. Ну, пока нормально. Да ну вы. Я-то, по-моему, нехило так грызут. Пока, Барсик. Приходи еще. Так. Так, что там дальше? Надо бы сейчас
отстроить производство некоторых деталей. А, одышек. Так. Вот они. Наверное, даже лучше там сделать. Поближе к шине ресурсов. Нет. Вот это. Обычная же. Обычная турбина. Там музыка не громко, не? Хорошо. Трубы. О, это будет долго. Блин. Я сейчас такую хрень сделал. Бывает. А ты где там сейчас обитаешь? Здесь я обитаю. Я сейчас, чтобы вулканит был, послал ракету, но не послал в ней нужное количество запчастей ракетных. А-а. Угу. 18 не хватило. Ну или 28. Так. И... нам нужно там сколько? 240 теплообменников. Парам-парам-парам. О боже, это 24 тысячи меди. Ой. 2-4 тысячи стали. 2-4 тысячи труб. Намечается веселуха. Веселуха наметится, когда мы будем пытаться это прокормить.
А там точно веселье полные штаны. Так, 24 тысячи мили. Потому что, пойми, это сейчас у нас 4 реактора, а будет 16. И жрать деньги будут как не в себя. Потому что ограничителей там нет. В отличие от текущей компоновки. О, я сейчас сумите обрезал, да? Ну ладно. Так. У нас где-то складировалась медь. Хрен её знает. Может и складировалась где-нибудь. А в моих мусорках? Это еще более сложный вопрос. Нет, тут пару сотен. По-моему, даже меньше. 150 там было. Сколько? Ну что ж, придется отрезать медь от всего завода. Пока что. А, лучше, наверное, сделать пассивную сосулку. О, да, тут фигня. Так, туда кроме меди еще нужно много стали. Стали-то у нас много. Да. Чего-чего, а стали у нас много. Надо все за раз притащить. Не, почти. Сейчас, секундочку. Ё-моё.
Так. Я так понял, что нам и этого ящика не будет хватать. Вообще-то. Сделаем тогда вот так. Какой банов? Этого тоже не будет хватать. Кого ты сделал? Блин. Всё, дайте мне это посмотреть. Ссылочка. Ой-ой-ой, какая милота. Это отлично. Да, жуки потихоньку прогрызают тонкую оборону вулканитовой планеты. Ну и хрен с ними. Пока справляется, а дальше будем придумать что-нибудь. Подождите, мне стало интересно, я теперь рассматриваю эти фотки. Так, теперь что вы там поначитали? Ой, понаписали. Так, продолжаем. Вроде ничего не понаписали. Много меди. Очень много меди. Нужно больше меди. А, слушай, а тут случай мне... Ну, я нашел, откуда сосать медь. Это прекрасно. Так. Thank you.
Фром. Так. Лучше, наверное, сделать по-другому. Так. Пом-пором, что там еще надо? А, еще труб много. Очень много труб. Ну, трубы забей, трубы есть. Ну да. В автомате. Только сделать чуть-чуть побольше. Не-не-не, ни в коем случае. Я с шифтом их беру. Ну ладно. У нас больше нету этого. Самого этого. Вука нет. Ну... Мы тут уже ничего не сделаем. Полностью с вами солидарен. Осталось только сделать вот так вот. Как? Ну аж на меня посмотреть. Не, они не умеют. Они просто жрут. Так. Что ж, наша задача растянуть имеющиеся у нас вулканы. Чтобы нам его хватило. Это да. А на что нам его должно хватить? Нам обязательно кова нужна. Это вообще не обсуждается. Ну, это понятное дело. Значит, мне кажется, имеет смысл большие буры. Да, кстати, как раз хотел предложить. Бонь-бочка. А, не, на нее уже не хватит. Так, сколько там буры требуют? Ага. Пом-пу-ром-пу-ру. Будет обидно, если не будет хватать совсем чуть-чуть. Не, вот на это хватит. На то, что сейчас запланировано. Угу. Дальше уже будем смотреть.
О, как много меди. Сколько тут? А, все, 5000. Тут сколько? Тут еще хуже. А, ну потому что я вообще-то чуть-чуть. Сейчас отберу тут. Все и все. Боже мой. Жаль, конечно, оно могло подольше поработать. Но для этого нужно было больше турелек. Ты правильно понял, дед. У нас больше нет подпоста на планете с вулканизмом. Его как раз доедают. Скажи ему. Так, ну, и, типа, так и Гермиона называется планета. Где, кстати? Где что, кстати? Что происходит? О, да. Все самое прикольное, ты можешь за этим только наблюдать, ты ничего сейчас не сделаешь. Не, можно, конечно, было бы ракету запустить, но уже некуда. А тратить столько ресурсов не хочу. Да и, блин. Ну, потом нормальную оборону просто сделаю. Те ядерные боеголовки. Во-первых, что ты ими спасешь, во-вторых, у нас их нет. В-третьих, у нас нет пушки, которая застрелит ядерные боеголовки. Ну, что-то. Сейчас. Я даже найду, где оно. Угу. Оружейное достаточно, кстати, недалеко. Первая астрономия, первая энергетика, первый материал. И у нас будет оружейное достаточно. К Новому году должны построить. Должны. Вот оно. Так. Ну ладно, зато жуков покормили. Даже спасибо не сказали. А то он чавкает и чавкает. Все никак не успокоится. Мы их потом пугасика поучим хорошим манерам. Очень... Ты же умеешь с помощью фугаса учить хорошим манерам? Ты еще спрашиваешь. Так. Ты сейчас рядом? А чё? Помоги дураку привезти туплю. А ты чё, в луже застрял? Ну, типа того. Да-да, классика жанра. Тебе хватит. Спасибо. И советую подзарядиться. Естественно. Точнее подзаправиться. Неу. О, да. Так, ладно.
Блин, меня начинает это доставать. Надо просто дождаться, пока они сюда жрут. Тем более, не так уж и много на самом деле осталось. Ну да. Ох, ж эти гринписовцы. И вправду. А. Они еще заборы жрут. Ну, значит, а это не... будет надолго. Значит, я не зря выключил оповещение. Ну, понятное дело, потом включу, но... Да. Это где они? Звуки вижу. О, да. И вот это всего лишь 10к. Ой, вот этого тоже не хватает. Как мило. О, боже мой. Неу. А сейчас я 9-8. Thank you.
Пум-пурум-пурум. Что-то у нас с бляхой. С бляхой все прекрасно. Нет, я ошибся. С стеклом все хреново. Его как бы есть. Его как бы нет. Мы не знаем мы. Как бы мало. Знаем мы это стекло. Да и вообще все это. Нету, все нету. О боже, 24 тысячи нити. Ведь я ж прав, я ж не это. Да нет. Ну да. Точнее нет. Короче. Пум-пурум-пурум. Ракета вылезает. А, вот. Сейчас полетит. Угу, твердая, сейчас полетит. Догоняй! А, ой, этой задачи столько до настоящих часов и игровых дней. Так, я заложил топливо в реактор. Какой из? Который вот тут вот. В космосе. А, понял. Понял, принял. И сейчас кого должна пойти. Так, ну нам не хватает. Не хватает. Еще 7000 миль. Кстати, что там по трубам? Так, итого осталось 400 труб и 7 комедий. Ой, это еще 16 реакторов делать.
14. Даже почти 15. О, 100. Так это ж получается. Неужели свершилось? Ну, почти свершилось. Ура. А что это? Музло? Музло не слышно? Не слышно? Ты майнкрафтовски хочешь музло? Могу устроить. Сейчас. Разомнусь. Так. Ну сейчас я запущу это. Сейчас. Уна момент агрессис. Итак. Без стартовой проверки. Блин. Ну, вроде всего хватает. О да, как это быстро. Куда ты набираешь под 400? О боже, это прекрасно и ужасно одновременно. Чё там у тебя такое? Так, блин, манипулятор не успевает перекладывать. Сейчас мы это, конечно, поправим. Понимаю. Ну блин, ну, два пакетника не успевают переложить это, ну. Так. Музло. Ум-пу-рум-пу-рум-пу-рум. Так, шестая композиция. Во-первых, вот так вот. Вот так вот. Шестая композиция. Бриса доволен? Правда, громковато, по-моему. Сейчас кто-нибудь придет на стрим, а такой, не понял, что, почему в акторке музыка майна. Кто придет? Кто-нибудь придет.
Так, подожди, сколько? 421? Мне не показалось? Да, 421. Так. Майнкрафт с Даликом, но это у него спроси, я-то не против. Когда-нибудь, может быть, фиг его знает. Я даже больше скажу, у меня сейчас есть карьера с одним... Ну, блин, карьера, это я уже забыл. Выживалка? Сейчас я... О, придумал. Когда с фонариком в копе Пианодон пройдет? Может, чуть пораньше. Завтра я навряд ли вообще смогу. Хотя не, подожди, если начну, то возможно. Ночной? Да. Ты имеешь в виду вечерний? Ну, вечерний начну я однохерственно, как говорил мой друг. Я могу в соло поиграть, если хочешь. Так. Где-то у меня тут должен быть калькулятор. Так. Уже все забыли. Да. Ну, тоже, кстати, неплохая. Да не все неплохие. Так. А уже половина коварок. Not bad. Ну, кстати, тут мини поменьше понадобится. $12,000, хотя бы не 25. Это куда? Это на турбины. Турбины же? Да, турбины. Ой-ой-ой, что тут началось? Я тут подумал. В общем, у нас на кораблике будет две турбины и два резервуара. Окей. Так, можно чуть приглушить, а то громко. А третий... не выдержит, к сожалению. Жалко. А он в любом случае не влезает. Мордеструч паник. Ой, Фордс, это... я в нее играл, прикольная игрушка. Но в одиночку в нее скучно. Вот с кем-нибудь это вот... весело. Да, типа с башниками.
Итак, приступим. А, ты пока сюжетку проходишь. Я, кстати, сюжетку не проходил. Я, типа, просто с другом поиграть кричал. Вот, а по сюжетке не ходил. Хотя там довольно интересно. Слушай, закинь меди. Куда? Десяток стаков сюда. К тебе? На орбиту. Пушку сейчас нацелю. Окей. Запрос принял, исполняю. А то ракета там не скоро будет. А медь нужна на науку. Так, десяток медь, это нужно еще. Ну, десяток стаков, понятно, делать. Ну да. Разумеется, так. Там нафудили, конечно. Читать как хочется, а не могу. Что происходит? Так. Сейчас, подождите, прочитаю. Ой-ой-ой, меня не хватает. Так, кто там понаписали? Crystal Crushers? Ну, возможно. Это да, арта, это мощная штука. Жаль, тут ядерная артиллерия только с помощью оружейной доставочной пушки. И это да. Блин. Ладно, видео закончим, начнем с шестеренок. А тут тоже 12 000, да что за жизнь? Ну что это такое? Сетевой это такой был. Так. Сестеренки. Пока границу уберем. Уберем. Куда мозгу пропало? Сейчас начнется. Понял, принял. Так. 4000 моторчик. Пока покопится, а мы сейчас свечимся на другую верку, которая накопилась. А чем хороши вот такие вот параллельные ветки научные, так это то, что пока для одной банки крафтится, можно другую изучать.
Ну да. Ой, меня там, по-моему, пельмени кушать зовут. Но это не точно. Пельмени — это хорошо и вкусно. Да-да-да. Сейчас схожу, уточню, подождите. Thank you.
Маркс. Я вернулся. Встречайте. Так. Надпись «Дой». Кстати, жуки почти дожрали, так что можешь возвращать звук оповещений. Ага, окей, сейчас. Мне уже редко сейчас. Я так вспомнил, то, что я тебе еще должен 300 меди. Они еще нашли. Забей. Тут уже в другую уперлись, так что. Так, оповещал. Пум-пу-рум-пу-ру.
Вот так вот. Стоп. Надо по-другому чуть-чуть. Точнее, как по-другому? Я... Так. Наушники потише сделал, там громковато. Я неправильно посмотрел, короче, надо шестеренок больше. Да, 85%, это не так уж и плохо, идея. И это да. Как-то эту ракету запустить? Будет вообще отлично. Так. Паром-паром. Я бы, наверное, тебя погромче сделал. Чуть-чуть. А, найти бы тут еще аудио. Так. Ну вот так нормально должно быть. Вычислил по IP, да? Муравьи забыли. Муравьишки. Так. Mm-hmm.
еще 8000 труб. 8000 труб. Борис всерьез взялся за вычисление личности. А на основе чего он делает выводы? Да не знаю, ПВК, наверное, ищет. Логично. А ну-ка, Брис, расскажи, как атомы зовут. Нет, какая там зовут, я думаю, что должен знать. Хотя откуда? Вот, знаешь. Или тоже наукат? Знаешь, по-моему, сейчас до деда будут домогаться. А нет, дед слинял. Почему ты решил, что... Дед не захотел, чтобы его домогались. И вправду. Так, шестеренки. И трубы. Иметь. Вот знаешь, какую я технологию очень хочу быстрее? Космический лифт. Никаких вот. Ракет, никакой запары с... Тоже верно. Никакой запары с ракетами, с пусками... Ой, с электричеством чисто с земли можно доставлять. Но, блин... Первый астрономический, первый энергетический и второй материальный.
из непроизводимых нами рез. Железобетон, косарь, на самом деле. Големевый кабель налив, тяжелые балки налив, тяжелые подшипники налив, гривевые стержни налив. И на кабель еще големевый кабель, и тяжелая балка, и гривевый стержень. Причем этих кабелей понадобится несколько тысяч. Или да. десятков тысяч, не помню. Далек грустит. Коварик изучен? Я заметил. Теперь ждем, сколько наберется, в зависимости от этого. Хотя нет. А Бур в любом случае нужен. Брюс, а ты-то чё грустишь? Так, 5500. О, 10 000. Вот она, силушка богатырская. 5,5. А. Хочешь, я тебе большую лампоньку сделаю, чтобы ты не грустил? Как же Бриса мог отказаться, да? От такой-то лампочки большой. Сейчас мы тебе сделаем. А кто там умер? Стручевые буры изучены. Ей. У них скорость добычи в два раза больше, чем у обычных. И область добычи 11-1, то есть можно еще и маяками. Смотри, какая лампочка, Брис. О! Брис, сесть и поиграть в факторку. Нам как раз нужен рабочий дрон. Ой, какой синий. Не-не-не, голубой. На лампоньке? Да нет. У них крафт не сложный. Нус. Ой, лампочки тушатся. Смотри, какая ляпота. Так.
А, стоять. Вот так вот. И все. Внимание, вопрос. А, обогащение урана на дронах или на конвейере? Да, в принципе, без разницы. Я еще ни разу на конвейерах не делал. Ты, кстати, только проверю, правильно ли я предполагаю, как оно работает. Так, что-то я не туда чуть-чуть ушел. Вот тут сюда мне надо. И это еще много-много меди, но уже не так много. Ну-ка. Ой, по-моему, там кто-то стучится. В музыку. Не, не работает оно так, к сожалению. Обидно. Или работает? Ну-ка. Нет. Далик, там тебе вопросы с публики. Какой вопрос? Сейчас смотрю, что там. Что это у меня осталось? Ну, да, прикольная серия была. О, носок. Щупаю что-то мягкое под столом. Короче, значит, так не получится. Да нахрена тогда эти буферы несли? Так. Стоп. А если тут вот запрашивать с буферных? Тут вот. Борис, признавайся, что ты от меня хочешь. Все тебе грустно и грустно. Че, 8к труп? Ага. Отлично, но все-таки так работает. Прекрасно. Блин, вот только почему буферный сундук не может работать как не в пассивном, а в активном варианте? Ну ладно. Значит, мне нужно 4 буферных сундука. Ты же мне понадобится дрон ставить, нет? И десяток дронов. Да, вполне хватит. Чего запас? Тыкс. Thank you.
11 часов узла. Ну это та же, считай, да? Я так понимаю. Дед вернулся, привет. А, там больше музла. Ну, давай на тот... Ну, тут... Мы почти дослушали эту... Тут все треки, так что... Давай сейчас дослушаем. И туда переключимся. Классика. Чаёк. Итак, 12 тысяч шестерёнок. Да, далее, надо еще 5000. О, знаете что? Почему сразу не будет? Может и будет, а может и нет. В любом случае, самые старожилы останутся, а оттуда и понесется. Ну да, как бы. Ну, во-первых, Майнкрафт, да, не забросили. Во-вторых, вот я уже как-то писал в Дискорде, это вот песочницы, такие вот, прямо вот открытые. Это чистое поле для бешеных идей. То есть, даже если его перестанут обновлять, типа, все равно останутся люди, которые будут делать на него какие-то моды. Как тот же самый Create, допустим, да? Теперь, внимание, вопрос.
Пусть Лена работает так, как я хочу. Не знаю. Походу надо будет вручную сейчас исправить. Окей, договорились. Ну, как-то так получается. Работать должно. Громковато. Ну, с другой стороны, да. Типа, кто знает, что будет. Нет. Оно работает не так, как я предполагал. Поэтому оно не работает вообще. Как так? К сожалению. Вот и делается вязку по старинке. Нет, ну, типа, Майнкрафт теперь с модом сравнивать, ну... Типа, ну... Гаррис мод это больше на то, чтобы прям реально песочиться. Майнкрафт, он как... ну, понятное дело, это тоже песочница, открытый мир и все тому подобное, но... он как бы привлекает своим стоком. Привлекает ламповостью. То есть, а у Гаррис Мода этого нету. Там, чтобы как-то поиграть, нужно для начала это что-то сделать. А Майнкрафт он из коробки. Моё такое. Майнкрафт из коробки, это вообще ни о чём. Да, но если ты пощупал Майнкрафт из коробки, то тебя уже понесет ставить моды, с модами что-то делать, самому делать моды. А Гаррис Мод тут просто процентов, ну не знаю... Энное количество процентов отсеивается от того, что я могу ничего-то делать. Так. Пуром-пуром. А, еще ж трубы. Я про трубы совсем забыл. Так, по-моему, сейчас произошел небольшой дюб. Или мне показалось. Какое время? Я потом пересмотрю этот момент.
Я как бы вместо 1000 труб взял каким-то раком 2000 с одного ящика, в котором была 1000. Читер! Да вообще пипец. Как мне не стыдно. Так. Так. Нет, была более оптимальная схема. Планирование получалось. Все, Брисов в ностальгию ушел. Ну все, оттуда еще никто не возвращался. Да. Брисов, если что, тебя по другую сторону ностальгии ждет КСП-2, факторка и куча всего остального. Так что ты особо не уходи. Ну, Майнкрафт не заброшен. Хочешь, вместе поиграем? Раз уж на то пошло. Если бы... А получится ли у меня линейная схема? Попробуй. Так. Ой, стоп. Это да, кстати, музон же закончился. А вот еще тут есть чуть-чуть.
О, ракета. Так. О, стоп. Маловато. Нифига получается. Тут не. Так. Началось. Я вот, кстати, поэтому же, Брис, когда играю в одиночку, зачастую выключаю музыку, потому что у меня такая же фигня начинается, и я не то чтобы играю, а просто стою и слушаю музыку. А, боже мой. Понял, сейчас будет фоточки. Так, что у меня включилось? А ой, выключись. Так, сейчас мы ему дадим рольперзов. Вот это. Вот это. Срекали по табрису.
Так. Стоп. Так, фоточки, ролик поверз. Видосы есть. Наверное, видосы я смотреть не буду. Ляпота. Пошла более адекватная наработка обогащенного урана. Брисо, смотри. Вот Ролик Перс говорит, где КСП-2. Вот он удивляется, то, что его опять перенесли. Ляпота. Там хоть видно? Дед, это не помогает. Боже, какой милый песик. Блин. Ну ладно. Опять КСП глючит. Апгрейдов больше нет. Новости про КСП 2 нету. Почему кербализм фуфлит? Базы подпрыгивают. Бауки не пашут. Аблики не пашут. Космофильмов мало. Апгрейд на SSPX клёвый. На кербализм фуфлит. Что за фигня? Когда уже КСП 2? Опять этот кошечный ублюдок фоткает меня. Что такое этот ваш мордеструч? Хочу еще. Где кербализм 4? Я шерстяной волчара, наверное. Котлетку бы. А что если мордеструч это выдумка, чтобы не кормить? Хозяин опять пиво хлещет. Миска пустая. Все тлен. Блин. Что такое мордеструч? Обои не подрать. Твич бушует, игрушка наскучала. Что такое этот мордеструч? Где вторая собака? Сейчас. Ну не тупи. Стоп. Вот это вот. Звук лучше выключить, наверное. А, вам это слышно будет? А, или стоп. Не будет слышно. Хотя ладно.
Доволен, Брыса? Как так? Ой, что-то стоять. Что-то я уже тоже спать хочу. Столько же. Дед, можешь, кстати, начинать реактор строить. Там мне бы на него шмот пока что настроить. А, то есть пока нечем строить. То есть, вернее, нечем? Да, ясно. Типа того. Типа нечем. Что тут уже? Описание нет. Неприятно, конечно. Так. Трубы. Много труб. Очень. Сколько их надо? 8000. Зато какая мертвостручка получится. Это точно. Ух. Ты начал уже. Я так, трубы сколько имеется в инвентаре проставлю. А. Можешь тогда потихоньку у меня брать. Все вот. Равно пока коварикс не разогнан. Там скорее всего нарвить уже все. Здорово. Там вроде пляж. Окей. Семьсот так 700. Что-то уже спать меня клонит. Собирай здесь же фонарик зарыть. А во сколько он? А фиг его знает, будет ли он вообще. Но рано или поздно будет. Ну, я-то такое не подписывался. А ты подписывайся. А вот и фонарик. Где? Только что. Телепатия он нас услышал. Ладно, надо ж хотя бы чуть-чуть доделать. Что-то я не вижу, чтобы он где-то был. Но у меня тут только что пришло оповещение. Вот фонарик идет в трансляцию КСП РСС. Трансляция Kerbal Space Program 20.03. О, где? Я вернулся. Где? А ну, не, ну в принципе можем тогда зарейдить. Ну не прямо сейчас, чуть позже. Угу.
Так, хватает? Не хватает. Чуть-чуть места. Ой, ко мне кошка пришла. О боже, началось. Сам написал или откуда ты скоммуниздил? Признавайся. Если сам, то молодец. Ой, это. Если скоммуниздил, то молодец. Коммунист. Да-да-да. Да ё-моё, всё не туда и не туда. Я как человек, ничего не понимающий в психологии, прошу тебя туда не лезть. Вот поэтому и прошу не лезть. Бриса, пойдешь КСП смотреть? От фонаричка. Ну хорошо. Сейчас тогда. Наберу ресурсов на турбинке. Эти мои хаоси. Сева тут. И просит пожраться. Кошку мою. Да? Ты жрать просишь? Ты... Даже так. Даже так. Ура, чуть-чуть осталось.
Еще один коммент. Пара-парам. Так. Все вроде. Смотрим. 12 комедий. Имеется. 2,5 труп. А, это 2,5 тысячи, тут 7 тысяч. Стоп. Семь тысяч, 2,5. А, труп еще надо много. А, я снова тут. Не знаю, надолго ли. Да, все равно сейчас уже пойдем. Не то слово, дед. Так, 2000, 7000, итого 9000. Нужно 12000. Ай. Так. Значит, нужно взрывчатку скал и немного рельс. Это есть. У нас рельсы где-нибудь делались? По-моему, да. Да, делались, это точно. Сейчас пинка. Вот они. Я даже рядом, кажись. Все, нашел. Ага. А, стол. Трубка нужна. Да, меди 12000, шестеренок 12000. Да. Может, аталик запустить? Хватит ли на пакет науки? А можно ли, вот у меня вопрос. Да. Толку, все равно наука уже кончилась, так что точно не хватит. Все. Наука кончилась. Как так? Там, по-моему, тоталик только когда тебе дельта открывается. О, ну что да. Дельта? Ну, балл канала. Все они... равно это дельта. Ну да, а они открываются по... Сейчас даже скажу. Не скоро, короче. Да, ну я бы так не сказал. Сейчас. Поздравляем. За последний месяц у вас появился один новый фолловер. Ну ладно. Сообщество, по-моему. О, вторая почти на полную уже. Так, ну-ка. Тут расширение. Где-то это было, где нет. Так, отлично. Вторая полностью работает. Третью еще заполнять и заполнять.
Вот. Красота же. Сейчас. Так. Куда смотреть? Да. Тут на самом деле не так уж оно и мощно. Вот помню, на Бобби у меня обогатительный комбинат был. Который выдавал... Который... Когда ему хватало урановой руды... А урановой руды ему никогда не хватало. Просто не успевало подводиться, как он быстро настолько быстро жрал. Ну, в общем, 4 ленты урана. Полные выдавал обогащенного. Причем ленты, которые 120, по-моему. Ну, топовые бобовские, короче. Фиолетовые, по-моему, они. Если я ничего не путаю. Или зеленые. Я посмотрел там. В принципе. Ну там, короче. Где-то на поверхности не написано. Но у меня почти этот. Там по достижениям оно идет. Там. Ну вот, сообщество создания. Это откроет випки. Вот, это 50 фолловеров и 5 зрителей одновременно в чате беседующих. Ну, типа, первое есть, второго нету. Ну, наоборот. Фолловеров, короче, тебе не хватает. Ну да. Так, ребят, быстро, все заводим 20 аккаунтов. Да-да. Так. Так, а чё я туплю? Я, по-моему, всё, я... Глобальное тупение, я что-то там жёстко начинаю. Короче, ядерка уже на завтра, да? Да. Сейчас я вот... О, все слышали? Завтра, завтра будет ещё один стрим. О, что ты открыл тут. Обещать не могу, но возможно. Так. Технологии. Вот сколько нам тех нужно, чтобы... Ну, короче, и так сойдет. Чё, пошли до фонарика? Ну да. Сейчас. Сейчас. Ну, я тут еще минутку посижу, пока уран пойдет, обогащенный с комбината. Сейчас я пока посмотрю, что он тут делает. А то мало ли отошел и опять. Или тебя тогда не было? Да не было, скорее всего. Ты так, многое пропустил. Ну ладно. Ну сейчас, короче, узнаем. Рейд. Фонаричка. Ой, у него зрителей вообще нет. Надо ему прибавлять. Так, ну ладно, пока. Давай. Погнали, чатик.